Будь готов. Классная форма. Моя любимая одежка. Жаль, что ты не можешь отправиться со мной в поход. Вообще-то, ты там без меня пропадешь. Думаешь, в таком виде ты сойдешь за скаута? Даже не мечтай. Вернусь через пару дней. Ладно, сдаюсь. Ну, поехали. Нас ждет много опасных приключений. Простите, я опоздал. Надо быть точным, Игги. В лесу это может спасти жизнь. Да, сэр. Запомните, ребята, диких животных нельзя бояться. Я бы так не сказал. Это примитивные безмозглые создания. Помните, даже в лесу человек хозяин. Это мы еще посмотрим. Откуда здесь взялся этот кот? Он хочет стать скаутом, сэр. Никогда в жизни не слышал большей глупости. Эй, зачем ты полез в мою кладовку? Четырехлапый! А ну вернись! Я тебе устрою, паршивец! Ну, давай. Али, оп. Я ему покажу, кто здесь главный. Ну, теперь все, война. Хорошо, занимайте места. Раз, два, раз, два. Могу спорить, что эти выходные он никогда не забудет. Кажется, этот бешеный кот отстал. О, напрасные надежды. Уикенд в лесу. Какая красота. Так, ребята, все сюда. Сейчас мы будем учиться ставить палатки. На первый взгляд это сложно. Но скоро у вас получится не хуже, чем у меня. Тут нечего делать. Сначала закрепим снаружи. Вот так. Продолжаем. Подпорка А вставляется в гнездо Б. Вожатый отряда скаутов отправляется в полет. Пока. Кажется, я где-то промахнулся. Могу спорить, что это проделки моего Хитклифа. На редкость сообразительный мальчик. Иногда, чтобы добыть пищу, приходится охотиться. Теперь я научу вас находить зверей по следу. Я устал идти. Энергичнее! Ха-ха. А, что я вижу? Здесь кто-то недавно прошел. Успех ждет упорного и сообразительного. А самонадеянные болваны отдыхают. Фу, ну и вонь. Скунсы. О, это то, что нужно. Сначала надо спрятать эти копытца, а затем спрятаться самому. Смотрите, следы ведут сюда. За этим кустом нас ждет встреча с ланью. Три, два, один, пуск. К бою готовь. О, нет! Огонь! Фу, противный запах. Кому-то не мешает помыться.
Догадайся, кому, малыш? За мной, друзья! Эй, что вы делаете, сэр? Ванна не помешает никогда. Наверняка это Хитклифф. Желаю вам крепких снов. Завтра нас ждет насыщенный день. А я боюсь спать в лесу. Ерунда! Вам здесь нечего бояться. С таким вожатым, как я. Ну, я пошел. О, не бойся, наш вожатый спит в соседней палатке. Надеюсь, эти хлюпики не испугаются совы и не сбегут домой. Змея! Чего он так испугался? Этой штуки не боятся даже дети. Сегодня прекрасное утро, правда? Класс! Да уж, мечта. Что такое, Игги? Здесь как-то подозрительно тихо. Если на пути скаута возникает препятствие, он его преодолевает. Некоторые слишком увлекаются. Осторожно! Не сорвитесь, здесь опасно! Опасно? Надо смотреть опасностям в лицо! О, это я тебя обеспечу. Осталось совсем немного. Я назову эту гору в честь нашего замечательного отряда. Мамочка! Не знаешь, где придется остановиться на привал. Я научу вас, как вести себя в пещере. Сюда, крошки. Я знаю, что вы любите мед. Теперь мы с вами подружимся. Какая чудесная косточка. Наверное, она из эпохи палеолита. А может, это мезозой? Кажется, вам велено не заходить, пока я вас не позову. Сегодня не мой уикенд. Бедный наш вожатый. Боюсь, медведи его разорвут. Да уж. Кот способен на настоящие подвиги. Это единственное, что их остановит. Если об этом узнают, прощай, репутация. Я очень устал и хочу домой. Может, пустим сигнальную ракету? Мы идем уже не один час. Признайтесь, сэр, мы заблудились. Вот еще глупости. Мой компас меня никогда не подводит. Я исправлю это упущение. Сделаем 5-минутный привал. И тут появился Хитклифф. Хитклифф, как я рад, что ты пришел. Сэр, Хитклифф сможет нас вывести. Хитклифф, ты шутишь? Впрочем, если он нас выведет, я сделаю этого негодяя скаутом года. Сегодня мне выпала большая честь. Я объявляю Хитклифа скаутом года. Теперь ты скаут года, Хитклифф. Поэтому ты должен подавать нам пример во всем. Сейчас я подам вам пример необычайной ловкости. Держите его! Скауту не страшны никакие препятствия. Романтическое путешествие. Эй, Монго,
Притормози, иначе нас оштрафуют. Да, конечно, Гектор. Да я и не заметил, что еду так быстро. Я кот крутой, я круче всех зверей. Ей, 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 ей. Вордсворт! Любой печушки ощипать смогу бока. Пока, пока, пока. Надо пригласить Клео в путешествие. Она любит все романтическое. Всех псов в момент заставлю громко выть. Ить! Ить! Тише, я думаю. Ить! Ить! О-о-о! Оу. Королева Милдред. Точно. Мы с Клео отправимся в романтический круиз на королеве Милдред. Эй! Эй! Действуем по порядку. Вордсворт! Я! Я! Вот меня опять тянет танцевать. Вордсворт, прекратите сейчас же! Йоу! Йоу! Не хмурься, друг, споем со мной. Эй! Ой! Лерой, минутку, ведь это шутка. Ну все, не скучай. Догоню, так и знай! На этот раз ты меня разозлил! Где Вордсворт? Я его сейчас отделаю! Вы слышали, ребята? Лерой его отделает. Точно! Я его... отделаю! Только где он? Побежал он туда! Слушайте, друзья, мы с Клео отправимся в романтический круиз. Не скучайте на берегу. Мы хотим с тобой. Ух ты, ух ты, ух ты! Мы плывем с рифрафом. Правда здорово, Вордсворт? Привет, Клео. Я подумал, что тебе не хватает яркого солнышка. Верно. Но сейчас на улице только дождь и слякоть. Эй, да, они как насморк надоедают. Слушай, а что, если все равно прогуляться к докам? Я буду очень признательна, если ты перестанешь бегать за мной. Я думал, романтическая прогулка поднимет тебе настроение. Романтика в доках? Ну, не совсем. Я решил пригласить тебя в круиз на королеве Милдред. На королеве Милдред? Твои несносные дружки тоже плывут. Ура, ура, поплаваем на корабле. Не переживай, я возьму их на себя. Я же говорил, что избавлюсь от них. Мы отправимся вдвоем на корабле любви. Вы не сможете попасть на корабль, вас не пустят. Тебя не спрашивают, кудрявый. Меня зовут Биф, уважаемый, а это Бифи. Вам не попасть на борт, потому что животных туда не пускают. Ах, не пускают? Но вы кто? Две порции ванильного мороженого? Какая она смешная! Ха-ха-ха! Мы исключение, милочка, мы породистые. Все верно, Бифи. Если вы попытаетесь проникнуть на корабль, нам придется предупредить ответственных лиц. Валяй, предупреждай, а я предупрежу твоего хозяина. Будем драться, я владею карате. Хозяин придет навестить тебя в больницу. Можно, Клеопатра? Да,
Можно. Что это? В чем дело? Эй! Кажется, они от нас отстали. Я придумал, как нам попасть на корабль. Но Рифраф сказал, мы не попадем. Мало ли, что он сказал. Этот рояль берут на борт королевы Милдред. Скорее, влезайте. Ах, в детстве я мечтал стать пианистом. Ай! Ой! Мой бедный нос! Хватит! Давай, Ирвинг, поднимай! Ребята, я не хочу уплывать без вас! Прыгай, Мунго! Мы поймаем! Плохой совет. Причина многих бед. Спасибо, что подстраховали. Мунго, ведь мы с тобой друзья. Друг кошачьей масти, жди напасти. Вот и они. О, милый, опять эти ужасные создания. Можешь начать, Раф. О, нет, только после тебя. Ну, так и быть. Твоя очередь. Оу, спасибо, милая. Вот они. Бежим. Не смей, ведь мы породистые. А ты помоечный кот. Он тебя знает? Вообще-то, мы с ним не знакомы, но он меня запомнит. Я знаю более надежный способ. Я устал с тобой, пойду домой. Не паникуй! Так, ребята, пора! Рифраф, смотри! Кошмар! Сейчас что-то будет. Куда мы? Глупость бывает заразна. Я посадил их на карантин. Что ты делаешь? Я принимаю ванну. Директор, свяжешься с тобой, будешь плавать под водой. А теперь вечерняя прогулка по палубе. Риффи, ты неисправимый романтик.